Всем привет, мы встречаемся с Марией Олафс из Исландии. Мария, привет, как дела, как прошла твоя репетиция сегодня? How was the second rehearsal today? Is everything okay or happy with everything? Yeah, very well today, and I'm happy with the performance. And we have worked out some camera issues that were on Thursday, so it's going to be good. Она очень довольна, они изменили некоторую работу камер, которая им не понравилась в прошлой репетиции, но она уверена, что все будет хорошо. Спасибо, Мария. В чем заключается вообще задумка выступления? Чья идея постановки? Can you tell us more about the idea of the staging and who has created it? Salma Bjørstadir, which competed in 99. She is my choreographer, and she designed the act, and she is called Sunnodag, which designed my dress, and yeah. Сельма, которая два раза принимала участие в Евровидении в 99 и 2005, вот она создала номер Марии и designer of the dress. Sunnodag. И вот это дизайнер ее платья. Как считаешь, кто является твоим самым главным конкурентом в этом году? Who do you consider your main competition this year, your competitor? My favorite this year is Australia, so I think him. У нее любимая песня — это Австралия, поэтому вот она называет Австралию. Я знаю, что вчера прошла вечеринка, на которой ты выступала. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях и что вообще там было. Yesterday there was a Nordic party where you've been performing. Can you tell us more about it, your impressions of it? Yeah, I met the other Nordic countries, and it was a great party, and we performed, and it was, it was a great party. Она встретилась там с другими участниками из северных стран, и они все вместе выступали, и это была очень хорошая вечеринка, и очень понравилось. Я знаю, что уже много времени прошло, и ты успела посетить некоторые места в Вене. Что это за места, и, может быть, у тебя еще какие-нибудь другие планы? You're here already for several days. Have you seen something in Vienna, or do you have any plans for sightseeing here? Hopefully I will see something tomorrow or Monday, but I haven't had any time until now. Any special you would like to see? I will see the opera tomorrow. And Salzburg, hopefully. Oh yeah, Salzburg. Yeah, right. because of Sound of Music, I would like to see that. Good, yeah. Good. Yeah. У нее пока не было времени посетить что-то, но она думает, что в понедельник, вторник вот у нее будет свободное время до ее полуфинала, что она где-то побывает, возможно, она сходит вот в оперу. И она очень бы хотела побывать в Зальцбурге съездить, потому что там снимался Sound of Music фильм, который ей очень нравится. О, интересная идея. И напоследок, мы бы хотели попросить тебя спеть маленький кусочек из «Эйфории». At the end, can we ask you to sing short part of «Euphoria» for us? Yeah. Euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I, we're going up. Спасибо большое, нам очень понравилось, и удачи тебе, до новых встреч, увидимся. Thanks a lot, we're wishing good luck in the competition, see you next time, yeah. Thank you. Thank you.